Приветствую зрителей своего канала. Вы находитесь на синхронизации моей жизни. Мне на работе, на вахте, с кораблей дали вот такие вот сосиски. В общем, получается, смотрите, сказали типа коту моему, попробуй, говорит, дать, ничего не будет. Сейчас они разморозились, до этого были замороженные, то есть ранее они не размораживались. Так, кило 100 по 5, 12, в общем, просрочены почти на 2 месяца. Вот напишите в комментариях, то есть следует попробовать дать или нет, но были заморожены. При заморозке я не думаю, что уж прям что-то либо с ними может быть. Хотя вот в данный момент, видите, я разморозил. В общем, получается, я хочу их отварить. А, ну все они до 5-12 получается. То есть на 2 месяца без недели. И вот такую колбасу тоже, кстати, была заморожена. Сейчас разморозил вообще, да? То есть на кораблях все очень строго. Когда сроки подходят, то они эти продукты, ну, кто хочет, берет по домам. Если их много, то все продукты все равно экипаж не возьмет, поэтому в дальнейшем они отдаются ли по знакомым, или выбрасываются. То есть с этим на кораблях все строго. Так, что это у нас такое? Мясной продукт категории Б, охлажденный. Колбаса, свинина, говядина, грудинка свиная. Так, посолочная смесь, соль. Так, чеснок, свежий сахар, пряности молотые, перец черный, перец душистый, регулятор кислотности Е-331, напишите, если кто знает. Антиокислитель Е-301, усилитель вкуса и аромата Е-621. Так, 3200 кило. Это у нас просрочено на 1,5 месяца. В общем, я вот лично думаю отварить, попробовать сосиски, да, и колбасу, не знаю. Но вот знакомый брал с работы сотрудник, он сказал, что у него собака не стала есть. В общем, я не знаю, может, у него собака такая. А, ну у него собака это китайская хохлатая, в общем, неусидчивый к аллергии, поэтому она не стала есть. Так. В общем, напишите в комментариях, положу в холодильник. Замораживать, скорее всего, второй раз не буду. Так, или обычный корм, да? Кошачий. Сейчас я открою, попробую. Но сыры, единственное, я сосиски, колбасу не хочу давать. А вот если отварить, то я думаю, ничего здесь такого не будет. Хотя, опять же, это же коты, то есть кот с кошкой плохое есть не будут. Если что им не нравится, то вот колбасу у меня кот где-то в районе 70% не ест, то есть больше половины. Ест очень редко какую-либо колбасу. Хотя я ее сам не ем, потому что не люблю. Я считаю, проще купить кусок мяса, замариновать. У меня, кстати, много есть видео. Шашлык СССРовский. Лё гаража там, смотрите. Там много всего. Так, что тут? Не пойму я. Так, ну а мы пока старым методом накормим.
Сейчас посмотрим, как будут есть. Так, это я пока за миской, за вилкой ходил. Зара, ты чего уже тут этот самый делаешь? Да, еще и барсика на стол. Всем на стол, да? Так, барсик, подожди, ты со своим хвостом. На, иди. Так, мне в комментариях писали, что нечего кормить на столе предыдущий ролик. Так что, Барси, как будем есть? Сейчас я тебе наполню. Ну вот, следуем комментариям. Спасибо, что подписываетесь на канал, пишите, оставляйте свои комментарии. И также, кто смотрит плейлисты. Плейлисты у меня увеличились, просмотры хорошо. Значит, люди заходят, подписываются и смотрят определенные плейлисты на разные тематики, те, которые им нравятся. Надо из банки, да, переложить в эту. Такую же. Или уже не будем Барсика отвлекать от трапезы такой. Как жадно прям. Так, ну-ка показываю, как ты там ешь. Сколько звуков, да, он произносит. Как когда мини-пик был. У меня даже ролик по РЕН-ТВ показали там. 3 секунды. Я Борьке говорил, я говорю, ты зачем столько много звуков произносишь? Угарно. Кстати, из которой он миски ел, я даже в стенку ее убрал, которую по РЕН-ТВ показали. Там в плейлистах, кстати, так и называется ролик, который показали по РЕН-ТВ. Несколько тысяч просмотров набрал. Так, давай, Барсика, переложу все-таки. Влажник, да? Влажник больше нравится всем, чем сухой. Все, пусто. Вылизывать будешь, нет? Сейчас немножко аккуратно языком вырежет и все, 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 тут не надо, то язык еще поранишь. Все, 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 ешь. Тоже знаменитая плошка. Всем интересно, что же там в этой банке, да? В банке уже ничего нет, все. Ну вот, питомцы мои накормлены. Будут ролики про ежиху. Будем мыть ежиху. И также у ежихи получается там на кожном покрове перхоть. И получается, кожа шелушится и сухая. Надо будет вымыть ее и маслом этим персиковой косточки, вот есть масло, и еще какое-то есть масло, обработать, в общем, кожу и увлажнить, чтобы
не была сухая кожа. Но это будут в следующих видео на днях. Звуки, да, прикольно. Барсик. И водичка есть. Чистая, свежая, через фильтр. Надо, кстати, фильтр поменять его там. Давно не менял. С предыдущего раза, как видео записывал, так и не менял целый год.